Приветствую вас, друзья, вы на канале «Есть вопрос», меня зовут Александр, вы спросите, ты чё такой довольный? Все очень просто. У меня на столе Бодзи. Вы его видели, если не видели, вот здесь появится подсказка, и вы, собственно, посмотрите на этот ролик. В последнее время это мой любимый набор. Почему? Во-первых, он не такой, как некоторые, никуда не делся. Во-вторых, это честные 4+. То есть, если в 4 года мы заявляем, что ребенок будет заниматься азами робототехники, где-то программированием, где-то конструированием, то этот набор это позволяет делать, и не надо ничего там дорабатывать. Вспомню наборы от LEGO Education, где было с натяжкой все это сделано. Все-таки это начальная школа. Здесь же все по чесноку. Сказали, собрали. Надо запрограммировать, запрограммировали. Хотите поиграть, играем. Короче, если не видели выпуск, то он вот здесь. Далее. Я начал рыть, а что же может быть еще новенького у этого производителя? И я нашел. Но насколько это новенькое, я вам не могу сказать, но то, что это то, чего я не видел ранее, это точно. Итак, представляю вашему вниманию брата от Pi Technologies, который называется, не знаю как, попробую его прочитать, Ауджи, возможно так, Аугуе, короче, как-то вот так он называется. В 4+ ты это не произнесешь, а в 5+ сможешь. Давайте с ним разбираться, только немножко приберемся на столе. Итак, друзья, у нас достаточно большая коробка. Давайте распакуем, посмотрим, что там внутри, как это все дело выглядит, как робот нас будет встречать. И с какими трудностями, если они будут, мы столкнемся, а может будем кайфовать, как это было с Бодзи. Открываем коробочку. Я его, скажу, не буду таить. Я его распаковывал уже ранее и заряжал, потому что к выпуску нужно было готовиться, но больше ничего не делал. Поэтому открываем и смотрим. Коробка открывается достаточно оригинально, вот таким вот способом. И нас встречает робот. Вот такого большого размера. И если бы я заранее не готовился к выпуску, я бы вам не показал следующее. Вы все еще не понимаете, что у него с улыбкой на лице. Да на самом деле, это такой колобок, я сразу вспоминаю эту сказку. Он здоровый. Ну вот вам по-другому не объяснишь, только в сравнении. Вспомните робомышь. Вот она. Если мы раньше говорили, что робот Ботли лучше робомыши, он большой, то робот Ботли небольшой. Ты посмотрите, какой малявка. Это-то вообще его не заметишь, муравей. Вот такого размера Ауджи. Или Аугуя. Не знаю. Буду я его называть Ауджи, а вы напишите в комментариях, как правильно. Так, все удаляем со стола. Давайте смотреть, что у нас есть. И, собственно, мы видим, что у нас есть глаз, монитор. По коробке видно, что, собственно, этот робот может выражать некие эмоции. Сверху какая-то контактная группа, не знаю для чего. Сзади динамик. Порт зарядки USB-C. Внизу два опорных колеса, да, два независимых колеса. Кнопка включения и кнопка VLAN, LAN. Окей, разберемся, для чего нужно. И так визуально видно еще датчик расстояния. Все, сбоку у нас, наверное, динамики. Какие-то тоже вот такие штуки есть. И, собственно, все. Все красиво, аккуратно и модный белый цвет. А внизу вот такой логотип Pi Technologies. Так, давайте попробуем включить. Бам. И пока он включается, заглянем в коробку и посмотрим. Может, там еще что-то есть. Коробка у нас вот такая. Раз. Два. Это уберем. Что тут в коробочке? А кабель зарядки, блок питания. Открываем блок питания, сразу проверяем, на какую страну. Китай, Европа, я не знаю. И инструкция на английском языке. Друзья, у меня Ауджи чему-то меня призывает. Не знаю к чему, но он говорит то, что хочу подключиться к Wi-Fi, но не могу. Читаем инструкцию и пытаемся понять, что же сделать. Я думаю, что по алгоритму все достаточно будет просто. Сейчас скачаем приложение.
Да, вот видно, что есть приложение под Android, есть приложение под iOS. И, собственно, начинаем с ним упражняться, получать удовольствие или страдать. Это мы увидим чуть-чуть позже. Погнали! Итак, друзья, я скачал приложение, при этом Audio у нас постоянно напоминает о себе вздохами. Если сейчас получится, я попробую вам дать послушать вот такой звук. И, собственно, давайте попробуем подключить его. Что он нам говорит? Подключите Audio. Ну, давайте подключать. Нажимаем кнопку подключения. Он говорит, подождите 3 минуты. Я говорю, мне нужна помощь. Connecting. Есть without Wi-Fi, есть with Wi-Fi. А чего я буду вам рассказывать, если я могу включить, собственно, запись экрана? Давайте попробуем так. Так, ну давайте без Wi-Fi попробуем подключить. Говорят, переверни и сведи два переключателя. Бам, бам. Все свел. Смотрите, он мигает. Дальше мы нажимаем. Нам предлагается из доступных сетей Wi-Fi выбрать Wi-Fi, который называется Audio. Так, настройки. Заходим. Бам. Нет подключения к интернету. Все верно, но подключился к Wi-Fi. Возвращаемся в окно. А дальше он говорит, типа, что будете делать? Фриплей. Ух ты! Дрын-дын-дын. На глазик у него смотрим. Он предлагает подключиться к сети. Тут у нас, собственно, название сети. Давайте введем это название. Введем пароль для доступа к сети. И, между прочим, нам уже можно менять громкость, потому что мы теоретически к нему подключены. Сейчас мы вводим пароль. Все, мы подключились. Теперь нам говорят, то, что для дальнейшей работы все супер. Все, для дальнейшей работы переведите Audio в режим подключения по Wi-Fi. Мы это переключаем вот так. То есть сдвигаем кнопку в левую сторону. Сейчас у нас что-то произойдет с ним, и мы посмотрим с вами. Я говорю, что я это сделал. Видите, он что-то мигает. И теперь смотрите за индикатором. Если глаз у Audio продольный, то все хорошо. Если вы видите красного цвета значок Wi-Fi, то не подключен. Ну, я не знаю. Connect. Open settings. Сейчас посмотрим. То есть я тоже подключаюсь к этой же сети. Все, она у нас подключена. Все. Нажмите для подключения к Audio. Вот, он подключился. Пишет, что заряд единичка, но нам поиграть хватит. И смотрите, Audio наш шевелится! Прикольно. Видно, что у него колеса нестандартные. Так, пробуем ехать назад. Итак, друзья, непредвиденное падение робота не позволяет нам произвести съемки конкретно с ним, да, и рассказать свои эмоции. Но, тем не менее, ролик надо заканчивать, ведь мы его начали. Итак, друзья, давайте я вам покажу, что у нас происходит с роботом, как он выглядит в текущий момент времени. Во-первых, посмотрите, какое большое количество деталей необходимо снять, чтобы добраться. Да, то есть это один из лучших наборов по качеству именно продуманной инженерной мысли. Вот в плане
изготовления, не в плане адаптации под возраст, да? То есть с точки зрения возраста он упал, сломался, это очень плохо. Если ты пишешь на коробке возраст 4+, ты делай такие наборы, которые не будут убиваться, да? Это очень сложный набор, соответственно, мы уже сейчас видим, что да, немножко в этом плане не продумали. Но если рассматривать именно как инженеры думали, да, и о чем, какие компоненты использовали, какое качество этих компонентов, вот посмотрите, какие качественные платы. То есть нигде сопель нет, все распаяно четко, все подогнано. В чем, собственно, у нас проблема, да, после падения? Скорее всего, это короткое замыкание группы питания, это вот эти коннекторы, там сзади нужно все это прозванивать, смотреть, я это делать не буду, самостоятельно делегирую, вот, и все, и поэтому он не работает. То есть, может быть, он у нас оживет, может не оживет. В качество компонентов я сидела, кайфовала, насколько они красивые. Это не те платы, да, Arduino, которые мы заказываем на AliExpress, которые приходят, там кривые косые компоненты, там такое ощущение, что их ночью пьяный ребенок впаял туда. Нет, здесь все четко, красиво, вот, но что-то не выдержало. Как бы так быть точно не должно. Ошибки бывают у всех. Приобрели мы этот набор за 12 700 рублей или 13 700 рублей. А мы выяснили, что нельзя его уронять. Ну что за игрушка, которую нельзя уронить? Ботли можно швырять, да, пока что-нибудь там не треснет. Здесь вот такое падение и к чему-то привело. Далее, смотрите видео, как этот робот работает у людей, у которых нормальный стол и ничего не падает. Итак, друзья, смотрите, мы понимаем, что форматов работы с этим роботом на самом деле несколько. Первый, да, это прямое управление, когда мы просто с пульта управления или наклоном телефона, в зависимости от того, что вы выберете, управляете этим роботом в развлекательных целях или преследуя какие-то свои цели. Второй, это режим программирования. Программирование очень похоже на Scratch, соответственно, все навыки, которые вы усвоите, они пригодятся вам в будущем, когда вы будете изучать более сложные языки программирования. И третий, это развлекательный формат, когда вы в дополненной реальности, наведя телефон на этого робота, будете заниматься тем, что играете в игрушки. Это просто то, для чего дети будут приходить на ваши занятия. Вы первую часть будете давать детям именно образовательную, а вторую развлекательную, смотря от того, как вы построите свое занятие. Я вам предложил. То, что упал этот робот, ну, конечно, обидно. Мы его попробуем оживить чуть позже, а может, сдадим по гарантии, если захотим смошенничать. Но вам я так делать не рекомендую. Что я могу сказать? Это на самом деле, с моей точки зрения, человек, который не очень любит играть и в дополненной реальности уже вот сыт по горло, робот, видали мы и лучше в этом плане. Да? Подключение достаточно муторное. Вспомним, как мы подключаемся к Бодзи. Просто поднеся телефон, он тут же оживает и поехал делать. Здесь нужно что-то перевести, настроить Wi-Fi, переключиться к нему. При этом, когда мы подключаемся к нему, да, в закрытую сеть, мы только его настраиваем или обновляем. Мы не можем им управлять. То есть мы управляем им с роутера. И телефон должен быть подключен к роутеру, и Ауджи, забыл же, как зовут, тоже должен быть подключен к роутеру. Проблема будет у вас тогда, когда роутер будет далеко. Соответственно, если будет теряться связь, вы будете постоянно переключаться. То есть это решение не для образовательных учреждений, скорее всего, больше для дома. За 13 тысяч рублей. Но за 13 тысяч рублей мы можем поискать что-то другое. Я бы всем рекомендовал обратить внимание все-таки на Бодзи. Он более классный. Он чуть-чуть и конструктор, да,
и опять же позволяет также программировать. И у него тоже есть AR. Поэтому это решение было выпущено чуть раньше, а Body выпускается по сей день. И стоит он чуть-чуть дешевле. Поэтому каждый делает выбор сам для себя. Этот моднее, красивее вроде выглядит, а тот дает больше функционала. Тут уже я ничего сказать не могу. Но опять же от падения он не защищен, в отличие от Body. Вы думаете, он не летал у нас? Да еще как, просто быстрее птиц. Поэтому с вами был Александр. Канал «Есть вопрос». Мы постарались донести до вас максимально полезную информацию, ту, которую вы используете в своей практической деятельности. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы об этом думаете, сколько максимально денег вы потратили, да, убив какое-нибудь устройство, вот так, падением со стола или другие свои веселые истории. И я все это почитаю и, может быть, расскажу в следующем выпуске. До новых встреч и пока-пока. Удачи!